ложечкой проводит по позвоночнику, по системе. И там, где зажим, ложечка не идет. Да, мы таким, да, мы таким образом развиваем чувствительность пальцев, потому что через ложку сложнее почувствовать. А мы вот здесь вот уже вот чувствуется, да? Да, вот там блок. Тормозит, да? Вот затормозит. Так можно получать. Нет, да нет, зажим, там, просто... наверное, энергетика. Вот здесь пошло. Ложка железная. Там и комок проблем, энергетики, жира. Триггерные точки, там все вместе. О, встал, не идет. Здесь, да? Вот вся холка. Можно попробовать. Тестируем и ищем зоны ложкой обычно столовой. Таким образом, чувствуется. Я рентген своего позвоночника знаю, я вам могу так сказать, где у меня реальная проблема. Вот здесь. Уже вот там. Угу. Вот здесь есть. Вторая точка. Вот почувствовал, да? Угу. Вот да, если не... седьмой грудной найдете, у меня позвонок, там есть клиновидная деформация. Но здесь мы, наверное, вот где-то, на сейчас, пятом, где-то на примерно, где мы сейчас находимся. Нет, вот седьмой, вот он, здесь мы первую точку обнаружили. Угу. А я выше поднимаю, здесь где-то четвертый, пятый, как раз лопатка. Вот здесь вот там. Какая похоже, какая хорошая. Добрая похоже. Хорошая есть. Разъелся. И теплая. Может, ты почему-то думаешь, что чем шире плечи, бицепс, да, красивее, а женщина наоборот. А женщины по попе, оказывается, мужчин оценивают. 70-60%. Да. Это не исключение, Вадим. И теперь... Да, отдельно ягодицу, вот так вот сначала, вдоль этих мышц, теперь поперек. И теперь правая рука становится на локоть, да, а вторую руку, подожди, ты разминаешь, а еще мы пока только растираем. Вторая рука подхватывает, напротив идет, да, вот так, да. Вот. И так мы теперь доходим до самого верха, до подмышки. Ведем кровь туда, вверх тянем. Быстрее. Растирающее движение. Вот. Ну, Светлана, молодец.